Ребятки, всем привет и доброго времени. Простая и элементарная задача замены тормозных колодок на газели. С чем можно столкнуться? Да, моему удивлению нет пределов. Я думал, что здесь за 6 лет все заржавело и пришло в такой ужасный вид, что кошмар. Но нет, смотрите, как все тут прекрасненько сохранилось под колпачком. Когда я прикручивал колесо, вот, я гаечки мажу отработкой. Я их вот так вот окунаю, юбочку в отработку. И потом сюда назад прикручиваю. И видите, в каком они прекрасном состоянии. Мне кажется, они сейчас все спокойненько открутятся. Ну, посмотрим. Ну что, смотрим, как они откручиваются. Вот так они и откручиваются. Возьмем другой, немножко другой инструмент. Это я уже взял проверенный годами инструмент, трубу. И сейчас буду ею попробовать откручивать. Опа, сломался квадрат. Вот так вот все здесь закручено. Ладно, одну сломали, беру вот такой вот вороток, старый советский, попробуем открутить им. Ну что-то мне кажется, и он тоже сломается. Ставим трубу. Все, пошла, и у него башка сворачиваться. Вот такие вот дела. Ладно, скажете, все это старый хлам. Попробуем еще одну головочку. Ну вот, собственно говоря, и второй ключ мы тоже сломали. Два ключа Алис капут. Вот такое вот непростое дело с газелью. Нужен хороший инструмент для ремонта газели. Так, ну что, ребята, поехал, я нашел свой родной газелевский ключик и буду сейчас им откручивать, раскручивать, крутить, вертеть. Так. Опа. Ну, вот это другое дело. Это да! Руки сушат. Мама, не горюй. Ядрить колотить, как это сложно.
Да. Ё-моё. Так вообще никуда колесо проворачивается. Вот это да. О, аж этот выскочил. Это как всегда. Блин, как всегда. Как всегда лазить начинает. Блин, страшно. Висеть. Боюсь, сейчас как отскочит, как стрельнет. Подлюка. Зараза. Одна заразюка какая. Аж болт мой гнуться начал. Ладно. Сейчас. Мы все равно победим. Фу, блин. Чтоб еще нас наставить бы такое. О, смотри, не хочет. Ну что, если гайка не идет к Игорёхе, то Игорёха идет к гайке. Ты. Опять не захотел. Вроде должен попасть. Вот так вот. И вверх два взяли. Блин, да что ж такое? Что за гайка такая? Ядрить. Я же испугался. Ух ты. Собака. На букву С. Бака. Открутил. Я его победил. Зараза, хоть и помазанная, но ядрить, колотить. Время прикрученного колеса более 6 лет все-таки дало свои результаты. Ладно, снимаем. Будем сейчас менять колодки. Все ради них. Вот ради чего я снимал колесо. Колодки тормозные. Главное, что вовремя снял и вовремя поменял. Вот так вот. Машиной много не пользовались, как бы много не ездили. Поэтому тут все просто рассыпалось в труху. Вот такие вот колодочки. Вот диски тоже уже пора менять. Вот. Но, слава богу, они у нас есть новенькие. Их мы новенькие поставим. Вот. Направляющие тоже надо менять. И
тормозной шланг тоже надо менять. Это не дело, ребята. Вот. Ну, сейчас я ставлю сюда другие колодки, чтобы добраться до гаража и уже в гараже произвести, так сказать, нормальный, полноценный ремонт тормозной системы. Ну что, ребята, вот с такими вот сложностями сталкиваются обладатели газели, когда хотят открутить колесо на газели. Вот видите, какая понадобилась труба, чтобы сорвать эту долбанную гайку. Вот эту трубу я всегда вожу с собой. Вот. Ну что, ребятки, на этом вам всем добра. Всем пока. А вскоре мы займемся процедурой ремонта тормозов. Нужно поменять направляющие на суппортах и тормозные трубки. Посмотрим, с чем мы столкнемся там.